Приветики, мальчики! 13 октября готовится к выходу новая комедийная мелодрама, которая называется «Что происходит потом?». Одну из главных ролей в этом фильме сыграет легендарный Дэвид Духовный. Духовный актер театра и кино. Погнали смотреть трейлер нового фильмеца. Я ищу свою связь с нами. Меня направили в другое место. Не туда, куда мне нужно. О, духовный. Здравствуйте. Привет, Виламина. Привет, Уильям. Как у тебя дела? 20 лет назад не виделись, да? 25 лет, возможно. Мы так долго не виделись, и я чувствую, словно мне 60 лет. Тебе вовсе не обязательно соглашаться со мной. Рейсы задерживаются. Будем спать здесь? Да, это просто невероятно. Это может плохо кончиться. Это настоящая буря века. Мне поставили тревожный диагноз. Я боюсь заблудиться. Оглянись. Успокойся, ты слишком плохо думаешь. У меня есть фото детей и семьи. Я знаю, как сильно ты этого хочешь. Это твоя дочь? Да. На самом деле все было не так. Просто мы хотели разных вещей. Ты ушел, ты бросил меня. Именно из-за тебя мы и расстались. Я совсем не так представляю наше воссоединение. О, ты представляешь его? Когда люди расстаются, они говорят гадости. Я был влюблен в тебя. Я не мог врать тебе. Думал ты когда-нибудь о том, что было бы, если бы мы остались вместе? Перестаньте. О, в этом есть что-то особенное. Я улыбаюсь в темноте. Это падают звезды. Ты счастлив? Наверное, это не тот вопрос, который следует нам задавать друг другу. У меня была отличная жизнь, но я никого лучше не встречал. Только ты вызываешь у меня такие чувства. Я никогда не хочу уходить отсюда. Может, мы могли бы сделать что-нибудь по-другому? Пожалуйста, не нарушай этот момент. Ора. Ну, такой вот неплохой фильм про любовь. Как я понял из трейлера, много лет спустя бывшие любовники встречаются в аэропорту. Они становятся заложниками стихии, и чувства между ними вновь воспылают. Интересный фильм про чувства и старую любовь. Осенью выходит этот фильм, а если говорить точнее, 13 октября. Кстати, приятно было увидеть этих легендарных актеров на главных ролях. Постарел, конечно, Дэвид Духовный, но по-прежнему крутой, как по мне. Такие дела. Это Антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и целуйте мои бока.